итогам чемпионата. Насколько я помню, 6-е место у вас. Довольны результатом или нет? Да, довольны, в целом довольны. Может быть, ожидали большего, все-таки наверняка боретесь за... Желаете выйти в РПЛ, боретесь ну, за... конечно, хотелось бы больше. Ну, не, ну, в целом, да, удовлетворены, то есть, как бы, с чего начиналось и закончилось достаточно на высоком уровне, на позитиве. Андрей Валерьевич, у вас не так давно работает, вернулся к вам. Довольны тем, да, как... Да, в целом, все очень хороший контакт. Как работает с командой, результатом, естественно. Ну, правильно понимаю, что у него еще долгосрочный контракт, там 2 года, по-моему, ну, то, да. Что он точно остается в следующий сезон. Ну, очень надеемся, рассчитываем. А за, по задачам, опять же, перед ним какая задача на следующий сезон стоит? То есть это выход? Задачи еще будем обсуждать, ну, то есть как бы сейчас пока проанализируем. В принципе, естественно, не ниже, только вперед. Не ниже того, что есть. Да. А чисто... административно, финансово, команда готова к выходу, к потенциальному выходу в РПЛ? Ну, в принципе, ну, наверное, но слагаемых все равно очень много, но по тому результату, который был достигнут, я думаю, что готовы. Даже вот та команда, которая у нас была, показала этот результат, в принципе, даже доказала, ну, в первую очередь, сама себе, что возможно, как бы, и как бы, улучшение результата. Не могу не спросить по той ситуации, которая была вот еще недели две назад, по скандальной небольшой ситуации. Решилась она как-то или нет? Есть ли понимание сейчас? Ну, в принципе, как бы все как бы разрешилось, надеюсь, в лучшую сторону. А каким образом разрешилось? Ну, и, мирным? На самом деле еще, как бы, скажем так, продолжается проверка, но в целом все нормально. Проверка правоохранительным органам, по-моему? Да, да, да. А что они проверяют? Не знаю, что проверяют. Все обстоятельства проверяют. Ну, а те люди, которые жаловались, не знаю, как их называть, пострадавшими или кто они? Ну, те люди неправильно себя повели. По сути, они виноваты? Ну, я думаю, что да. А с ними есть какой-то клубный диалог? Может, был? Никакого диалога. Считаю, что нет в этом необходимости. Сами футболисты, может быть, как-то выходили с ними на связь после этого или нет? Ну, честно говоря, не знаю. В целом все нормально. Mm-hmm. И не могу не спросить по поводу трансфера. Скоро трансфер канал открывается. Есть ли у вас какие-то, может быть, интересы или, может быть, даже уже предложения из клубов РПЛ по вашим ребятам? Нет, ну, как бы работа идет, большая работа. Наверное, больше и к тренеру, и к спортивному нашему директорату. Естественно, будут изменения в составе. Кто-то уходит, кто-то приходит, но это нормально. Дзюба вам случайно не интересен? Он без команды. Не знаю. Лично мне нет. Ну как? Один из топов нападающих. Ну, я очень рад, что у него, надеюсь, что у него все хорошо. Не могу не спросить, в прошлые годы был какой-то интерес, насколько я знаю, даже ездил в Нижний Новгород, Окладников. И сейчас есть ли вероятность, что он может уйти куда-то на повышение в РПЛ? Ну, я думаю, что останется в команде. Я надеюсь, что большинство останутся в команде. Mm-hmm.